Экьеры изменила внешность флагманского седана RLX. Экьеры представила обновленный седан RLX 2018 модельного года, который, по мнению автопроизводителя, увеличит продажи четырехдверок. Модель получила дизайн интерьера в новой фирменной стилистике, которую мы видели на прошлогоднем концепт-каре Precision и обновленной TLX. Самые большие изменения коснулись экстерьера. Переработанный дизайн добавляет новинки агрессивности. Большой логотип бренда спереди и сзади заметно выделяется и бросается в глаза. Кроме этого, изменились и фары головного света. Автомобиль по-прежнему будет предлагаться с двумя вариантами моторов. В первом случае это 3,5-литровый двигатель мощностью 310 лошадиных сил и модернизированная 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Во втором, 377 сильная гибридная установка с 3,5-литровой шестеркой. Изменения коснулись и интерьера. Материалы отделки стали качественнее, кресла изменились. В стандартное оснащение вошел комплект Экоровач, включающий в себя систему автоматического торможения, систему предупреждения о выезде с полосы движения, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о фронтальных столкновениях. В прошлом году Экьеры продала в США меньше 1500 седанов RLX. Компания надеется, что нынешнее обновление поможет ей вернуть интерес покупателей к автомобилю. В Америке приобрести новинку можно будет уже в ноябре. Источник: Motor1. По материалам сайта newsgro.com.